Поэтому я решил съехать от родителей, и я думал, что жить одному круто, но все, что я сейчас делаю, это просто пытаюсь выжить. Я просыпаюсь, думаю, а что поесть? Потом все это готовлю, мою, и все. Уже стемнело. Уже спать клонит. Ребята, я поэтому перестал есть, и у меня уже нет в еде, как раньше с родителями. Типа, первое, второе, третье, у меня теперь единственное. Вот я один раз поел и живу в надежде, что я больше никогда не проголодаюсь. Ребята, у меня единственное и чай. Сука, сколько у меня чая, ребята. У меня на кухне чайная церемония каждые 20 минут. У меня чайник холодным не бывает. Мне кажется, мне скоро из Индии позвонят и скажут, братан, остановись, у нас столько не растет, у нас... Ну, у нас уже поля сверху выглядят, как голова Андрея Бибришвили. Вот это...